to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Уважаемые подписчики, тестовая съемка на новый фотоаппарат. Вот я взяла ради теста елочный шарик. Вот так получается. Качество 100 раз лучше. Могу приблизить его. Могу удлинить. Удалить. Ну, как вам? Я думаю, все, это будет основная камера. Уважаемые подписчики, тест драйв камеры продолжается. На улице у нас очень темно. Правда, здесь фонари. Здравствуйте. При разном освещении испытываем. Операторы освещения, сейчас пройдем более глубоко. Сейчас эти фонари закончатся. И походу не особо чем-то меняется. Вот такие. Я потом буду это все соединено. А сначала делал маленькие фотографии. Обалдеть, как она хорошо снимает. Сразу говорю, это мой подарок от любимого супруга. На 8 марта и на 14 февраля я вас ничего не попрошу. Это так. Слишком дорогое удовольствие. У меня сейчас. Обалдеть. Ну что скажешь? Посмотри. Надо потом будет посмотреть на компьютере, экране, да. Как оно выйдет. Уважаемые подписчики. Мое любимое. Очень красивый интерьер. Отличный маршмелло. Очень нравится этот подсвечник. А всем моим подписчикам... Только я бы, конечно, купила побольше и поставила на полу в гостиной. Качество прикольные лампы. Походу, они меняют положение. Прикольно. Наверное, они будут напольные. Ничего такого покупать, потому что лучше точки. Вот я тебе перемашу. Ждем заказ. Такие цвета мне показывают. Мы в кафе Полине. И вот так мы показывают. Решили позавтракать. Супер. Мне муж заказал классические сырники с какао. А я, не изменяя себе, заказала сэндвич с кофе. Всем удачного дня. Зай, подписчики, снимаю так, потому что у них нет поставки специально. Всем желаю удачного вечера. Всем привет, традиционно с капучино. Вышло одно видео с НДХ. Сегодня выйдет другое видео из Москвы. Все, у меня муж вот так выручает, когда мы не можем куда-то поехать вместе. Вот такие ситуации у нас бывают. Он мне выручает и посылает материал. Я думаю, что его надо очень хорошо поблагодарить. А всем я желаю удачного вечера!